Здравствуйте, друзья! Как вы считаете, чему меньше всего уделяется внимание при постройке бани? Я думаю, что многие догадались, это организация вентиляции. На самом деле, зря. От правильного воздухообмена в парной зависит не только правильная работа печи, но и самочувствие людей, кто парится в бане. Сегодня на наглядном примере мы познакомим вас с грамотной организацией вентиляции в парной. Смотрим. В бане мы установим вентиляцию БАСТУ. Это, пожалуй, самая эффективно работающая схема, при которой есть возможность регулировать интенсивность воздухообмена в парной, а также быстро ее проветрить. Располагается вытяжка в дальнем углу от печи. Под потолком в стене проделывается отверстие по диаметру трубы, которое будет выводиться наружу. Собирается вентиляция на обычных трубах, которые используются для дымохода. В нашем случае это нержавеющие трубы УМК диаметром 115 мм. Основная часть вентиляции БАСТУ состоит из вертикальной составной трубы, забирающей отработанный воздух примерно на уровне 30-40 см от пола, задвижки для регулировки степени открытия вентиляции, тройника, к одному концу которого подключается внешняя часть вентиляции, а второй закрывается заглушкой. Кронштейнами конструкция крепится к стене. Позже ее можно зашить вагонкой. Остывший пар вместе с отработанным воздухом вытесняется новым нагретым паром и отводится вентиляцией БАСТУ. Меняя степень открытия шибера, можно ускорять или замедлять воздухообмен в парной, создавая комфортные условия. А для ускоренного проветривания можно снять заглушку. Влаги с воздухом будет отводиться очень много, и появление конденсата на внешних трубах неизбежно, так как наша баня круглогодичного использования не будет лишним утеплить внешнюю часть вентиляции, которая будет на улице. Для этого вновь применим трубы УМК, на этот раз типа сэндвич. Так как температура стенок труб будет невелика, то организация пожаробезопасной разделки при прохождении элементов кровли не потребуется. Внутренний контур трубы утеплен, для отвода влаги внизу установлена заглушка с конденсатоотводом. Монтаж вентиляции не занимает много времени, и его вполне по силам сделать самому. И не забывайте, что для правильного воздухообмена в парной и ровной работы печи может потребоваться приточная вентиляция. В нашем случае она подведена под печь. Итак, какие преимущества мы получаем от того, что в нашей бане стало больше качественного воздуха? Естественно, работает лучше печь, и естественно, работает лучше организм человека, который находится в парной. Тот, кто парится, дышит лучше, а тот, кто парит, имеет больше сил для того, чтобы махать вениками. Поэтому, друзья, не забывайте об организации вентиляции в бане. Наши специалисты помогут вам скомплектовать все необходимые элементы. Обращайтесь на сайт farnax.ru и в магазине сети Farnax, который находится в Новосибирске. Если остались вопросы, добро пожаловать в социальные сети, ну и, естественно, в комментариях к этому ролику. А я с вами прощаюсь. Счастливо!